В настоящий момент в компании «Оргэнергострой» ведутся подготовительные работы для выполнения работ во второй очереди строительно-монтажной базы СМБ-2. Выполняется вертикальная планировка. Выполнено около 1,5 миллиона кубов грунта вертикальной планировки для устройства зданий и сооружений СМБ второй очереди. Компания «Оргэнергострой» задействована 450 единиц техники и 1000 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Это необходимо для того, чтобы выполнить контрактные обязательства и вовремя приступить к возведению зданий и сооружений. Также компания «Оргэнергострой» производится возведение защитной дамбы, которая предотвратит от затопления территорию строительно-монтажной базы номер 2 водами Ганга в период паводка. Во время возведения вертикальной планировки ведется геотехнический контроль качества уплотнения и мониторинг подъема уровня воды в Ганге. В данный момент силами компании «Оргэнергострой» ведется работы по сооружению строительно-монтажной базы номер 1. В рамках договорных обязательств нами возведено 16 объектов, которые на данный момент подлежат сдаче в августе-сентябре месяце. Основными оставшимися работами являются пусконаладочные, а также возведение инженерных систем и отделка. Работа на объектах сооружения СМБ-1 организована в круглосуточном режиме, для чего было привлечено порядка 600 человек местного персонала, а также более 50 единиц техники. Основными объектами на строительно-монтажной базе являются армосварочный цех, цех пескоструйной обработки металла, бетонорастворное хозяйство, а также офис генподрядчика и столовая. На сегодняшний день техническими специалистами компании «Оргэнергострой» ведется инженерная проработка объектов базы СМБ-2 АЭС «Рупур». Также готовится полный комплект приемо-сдаточной документации объектов СМБ-1 для передачи их заказчику. Компания «Оргэнергострой» работает на площадке строительства АЭС «Рупур» уже более 4 лет. Мы строим станцию.